Здравствуйте, я Татьяна, и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кирмяшкина. В прошлом ролике распаковки я уже показывала великолепную вышивку, которую предлагает нам на полотешках любимый Василек. Напомню про стрекозы и вербочки. Пахнет весной. А сегодня я предлагаю поговорить о ландышах, о чудесных ландышах. Я люблю все цветы без исключения, но ландыши как-то особнячком стоят за невероятную нежность и за необыкновенный аромат. Вот это комплект постельного белья, которым я пользуюсь несколько лет, и брала его тоже в магазине «Любимый Василек». Простынкой наволочки, вот мелкий цветочек, а под одеяльник крупными букетами. И каждый раз, засыпая, погружаясь в негу, в волшебную ароматную негу. Именно поэтому, когда я увидела такую вышивку, я сказала «моё, моё». Итак, рассмотрим поближе. Чудесный, небольшой, нежный букетик ландыш. Это льняное полотенце. Ткань близко покажу. Кто любит лен, кто любит полулен, сразу поймет, какая это прелесть. С изнаночной стороны обязательно, как вы просите, покажу вышивку. Так, у нас очень приближено, по-моему, да? Швы, ткань. И всегда забываю подчеркнуть вот эту петелечку, которой сама не пользуюсь, но которая очень важна для многих хозяюшек. Все мы с вами рассмотрели. А, нет, не все. Вот еще такая этикеточка. И в будни, и в праздники создаст прекрасное настроение. Хочется подчеркнуть такую мысль. Если какая-то вышивка понравилась, то можно найти на сайте не только, например, полотенце. Ну и давайте я схожу к салфетке. Если найду, скрин вставлю. И касается это не только ландышей. Понравились, например, стрекозы, да? Можно посмотреть, что еще. Скатерти, дорожки, салфетки, полотешки можно со стрекозами найти и составить своеобразный комплект. Мне кажется, это великолепно. Если вам понравилось и вы захотели купить что-то подобное себе или на подарок, проходите, ссылка под видео. Обратите внимание, что там стало на одну ссылку больше. Любимый Василек есть теперь еще и на Wildberries. И конкретно там есть вот эта футболочка. Женская футболка Валерия лично мне очень нравится. И изобилие расцветок вы уже не раз, и не два, и не три видели меня в подобных футболках. Мне кажется, я собрала все цвета, которые только были. И еще из-за V-образного выреза. Единственный, наверное, такой условный минус, ну не минус, а пожелание, немножко расширить размерный ряд, потому что потолок 60. И в маркировке 60 лично для меня эта футболочка, как, наверное, ей положено быть, спортивная такая, она без особой свободы облегания. А вот был бы 62, 64 и так далее, я брала, может быть, и не свойственный мне размер, но зато носил бы так, как мне нравится, я люблю очень просторные вещи. А так, эта футболка прелесть. Данный цвет пастельно-розовый меланж, очень красивый, размер 52, это я выписала для своей подруженьки. Вот так вот меланж очень хорошо заметен. И для тех, кто просит показывать швы, покажу их поближе, причем со всех сторон. Вот они швы. Повторюсь, что ссылка на футболку на Wildberries, если вам удобно заказывать именно там, будет под видео. Вот изнаночка. Перед вами вот такой рисунок, лично мне напоминающий мозаику. А это сорочка. Давайте рассмотрим подробнее. Если вещь понравится, то зайдя на сайт, достаточно нажать на значок лупа и ввести сорочка 25677. Размер маленький. Для меня это вообще целое платьишко, мини-платье. Тоненькие лямочки, прям буквально. Слушайте, это прям летний сарафан, можно носить как летний сарафан. Вот такой рисунок морской. И в этом сарафане гуляй по морю себе, передавай привет солнышку. А дальше такого красивого, ну я назову синего цвета, видимо, цвета индиго, судя по упаковочке. Прямая сорочка без разрезов, без каких-либо деталей, на которых нужно обратить внимание. И с обратной стороны
просто однотонная. Я обязательно покажу вам скрин, где модель показывает, как сорочка смотрится на прекрасной девушке. И вы можете решить, нравится или не нравится она лично вам. Покажу со всех сторон. Переходим к сорочкам, которые лично для меня больше похожи на сорочки. Ну, сарафанчик же это, правда ведь? Моя мамочка, будучи уже глубоко пожилым человеком, очень радовалась новым халатикам, ночным сорочкам. И я старалась ее почаще радовать. Сейчас у меня такой возможности нет, а вот подруженьки мои своих мам порадовать еще могут, что мы с огромным удовольствием и сделаем. Если понравится данное изделие, я обязательно покажу скрин. Нужно в поиске вбить 89369 и добавить слово сорочка. Возможно, даже только по одним цифрам уже выскочит и будет предложено именно этот вариант. Посмотрите, какие размеры, подходит вам или не подходит. Что здесь можно сказать? Такой квадратный, наверное, правильно. Я боюсь, меня смотрят швеи, но если что, подправят. Вырез, рукава, я их всю называю футболочного типа. Вот такие нежные кружева. Кружевам я вообще дышу неровно. Для меня это прелесть прелестная. Очень интересно и на горловинке все это смотрится. Далее просто свободный покрой за счет вот таких вот защипчиков на груди. Идет просто свободное полотно. Что еще нужно? Ничего не нужно. Швы с изнаночной стороны. Пожалуйста, рисунок. Розовые цветы на сером. Летающие птички. Лично я надписи не люблю. Не люблю я и блеск, который вот был в предыдущей сорочке. Но девочки же мои знают вкус своих мам, да? Поэтому я здесь всегда говорю, что вкусы у всех разные. Кому по душе одно, может быть, не по душе другому. Но в общем и целом мне эта сорочка очень-очень нравится. Она прям такая нежная, как платье. Вот мамочка одной подруги говорит... Как платье. Кстати, на платье похоже и вторая сорочка. Ну, вы посмотрите, чем не платье. Бантик вот этот оторвать, и платье прям что не есть. Так, я что-то расхозяйничалась. Итак, давайте посмотрим, как найти, если вещь понравится. Сорочка 89327, цвет листочки. Размер большой, и у первой, и у второй сорочки обе наши мамочки. Женщины красивые, пышные и в том почтенном возрасте, когда хочется именно все с просторцем, в обтяг уже не носится. Вот очень хорошо можно разглядеть расцветку. Я очень красиво постараюсь упаковать. Приложу собственноручно связанные носочки. Куплю шоколадочку. И мне кажется, просто знак внимания на 8 марта будет великолепным. Здесь покрой другой. Круглый вырез. Кокеточка вот здесь очень хорошо просматривается. Тоже защипы. Рукава свободные. Если там был такой футболочный тип, то здесь как бы вот он расширяется. Более свободный рукав. И тоже... Вниз, 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 вниз. Слегка, слегка расширено. И швы для тех, кому очень важно их увидеть. Пожалуйста. Телефон. Я понимаю, тебе нравится. Ну да. Ага, спасибо, мой хороший. Ну, а раз поговорили о ночных сорочках, грех не поговорить о постельном белье, да? Посмотрите. Как же мне нравится эта расцветка. Бежевые, коричневые, терракотовые тона. Мне кажется, это беспроигрышный вариант. Как в ткани, так и в пряже. Но не могу я не сказать о пряже. Люблю вязать. Люблю все, что связано с ниточками. Очень-очень красивая, мне кажется, расцветка. Она спокойная. Называется этот комплект «Букет чувств». Это поплин. На всякий случай, для новеньких, если таковые смотрят, я напомню, что можно найти и бязь, и поплин,
и сатин, и что-то еще я просто в памяти не держу. Сегодня у нас растительный орнамент и у первого, и второго комплекта. А вообще можно найти все, что хочется. И клеточку, и полосочку, крупный рисунок, мелкий рисунок и, конечно, однотонные варианты. Ну а этот комплект навевает весну. У многих уже думки о рассаде, о всходах, о листочках, о цветочках. И скоро нам все-все это подарит природа. Дыхание природы, так и называется данный комплект. Очень, мне кажется, тоже нежный и как бы дарящий свежесть, что ли. Лично мне очень важно, чтобы комплект постельного белья обволакивал какой-то нежностью, свежестью и спокойствием. Хотя мы, конечно, все разные, и каждый, абсолютно каждый без исключения, найдет тот комплект, который нравится ему. Ну а мне осталось только искренне поблагодарить тебя, мой добрый зритель, за внимание, поблагодарить магазин «Любимый Василек» за предоставленную радость и сказать наше традиционное. До новых встреч, мой добрый зритель. Они обязательно будут.